Я же помню, что я его уже видела. А вы не знаете, кто такой этот Амасава? Ты взял книгу? А что, она твоя? А я и не знала, что тут такой удивительный магазин. Иди сюда и загляни коту в глаза. Итак, позвольте отправиться с вами на поиски жил, где родится лазурит. Кошку-даму ненадолго забрали что-то подклеить. Барон остался один и ждал, когда она вернется. Хорошо, что я тебя застал. Завтра улетаем. Завтра. Торопись! Быстрее! Быстрее! Теперь даже книжку, какую не открою, не могу увлечься, как раньше. Сразу внутри какой-то голос говорит. Это все сказки. В жизни так не бывает. Работай над собой. Жизнь – самая главная повесть. Сидзуко, ты чудо! Далеко едешь?